Привет, я Саша. Я Соня. Мы на канале настоящих девочек, на канале On My Look. Соня, ты считаешь себя настоящей девочкой? Да. Что за пауза? Да, считаю. Решила задуматься. Но это легко проверить. Да, с этого дня это очень легко проверить, потому что... мой лук вышел с новым скретч-постером совместно с IDME. Это скретч-постер, да, сотни заданий. Да. И только если ты выполнишь все задания, можешь называть себя настоящей девочкой. Ну открывай. В комплектацию входит сам скретч-постер, маленькая инструкция, я думаю. Такие классные наклейки. Наклеечки, которые ты можешь наклеить себе на компьютер, на стену, на кровать, куда хочешь. На лоб. Допустим. И сама карта. Смотрите, какая красивая, она блестит. Каждое дело это вызов самой себе и прикольная декорация для комнаты. Достичь своего идеального веса. Что, достичь своего идеального веса? Да. На какой это вес? 30 килограмм? Нет. Сама. Влюбиться насовсем. Пока что нет. У меня да. Я так считаю. Сделано. Пересмотреть все части Бриджит Джонс. Ты посмотрела уже новую? Нет, еще. Она же уже вышла. Постер-то вышел. Ну ладно, будем считать, как посмотрела. Спасти животное и отдать в добрые руки. Надо сделать. Пересечь море на Дабока. Сделано. Начать утро с кофе и круассана. Да, сделано. Танцевать с подружкой тверк. Или тверк. Меня нет. Ну как вымывать? Видео есть, Соня? Ты лично покажи, хорошо? Хорошо. Так. А я вам покажу. Освоить расслабляющий массаж. Было? По-моему, сделала. Ты сделала? Так, провести целый день в кровати. О, это мое любимое занятие. Научиться делать нюд-мейкап. Сделай. Я буквально в прошлом видео научилась. Мы да? Мы в сентябре готовились. Класс. Да? Есть целый день фастфуд без чувства вины. Сделала. Было дело. Помню, я должна была идти с мальчиком на свидание, и за день дома он мне сказал, что он не может. Я очень расстроилась. И ты пошла заедать горе фастфудом? Да, чувство есть. Ну, я бы тоже так сделала. Так что скотч. К сожалению. Осмелиться изменить прическу. Да, я покрасила свои волосы 2 года назад в зеленый цвет, например. А я подстригла свои волосы под вот такой пол. Тебе, наверное, красиво? Ну, я выглядела на 3 года младше. Проснуться с видом на океан. Да, у меня такое было. Мы ездили, когда я была маленькая, очень часто с бабушкой ездили на море в Поповку. И мы прям жили на океане. Не на возле океана, а на море. Ну, в общем, вода есть вода. Все равно море выливается потом в океан. Вот какие классные воспоминания. Я настоящая девочка. На океане... О, у меня было такое. Нет, было. Мы с друзьями в Лос-Анджелесе уснули на пляже и проснулись возле океана. Так что, что я? Так, зачеркиваю. Ты зачеркнула? Делать подруге неожиданный подарок. Да. Очень часто делаю и очень люблю. У меня это перешло просто любовь делать сюрпризы от мамы, потому что мама это просто человек-сюрприз. Устроить вечеринку-сюрприз. Мы устроили вечеринку-сюрприз моей сестре, у нее она беременна. Класс. И мы сделали ей бэби-шауэр, был мой лук. Класс! Очень весело. Саша, ты когда его через... Кормила колу. Одну из дел, которую нужно сделать. Сегодня? Ну, я не нужно поехать в зоопарк, который час. А, поплавать с дельфинами. О, это моя мечта. Я плавала с дельфинами. Я была маленькая в Крыму, плавала с дельфинами. Мама говорит, что они просто... мира, когда ты их гладишь. В общем, я очень-очень их хочу. Я очень их боялась, потому что они... Вот если бы не было этой карты, может быть, я поплавала бы с дельфинами через 5 лет. А поплаваю, может, в этом месяце. Посмотрим. Побывать на концерте в другой стране. На каком концерте ты была? На концерте Бейонсе. О, класс. В Барселоне. Когда она вышла, я начала плакать, я не поверила. Это просто было самое что-то прекрасное. Выложить фотографию на воздушном шаре. Нет. Создать свою карту визуализации. О, это я очень люблю. У меня, наверное, карт уже так 5 есть.
Мне кажется, тоже. У меня и карты, и дневники, и просто все с визуализацией. И... Я считаю, что это и правда, это как магия какая-то. Мне кажется, работает. Так что очень советую делать карты визуализации. Это одна из них, в принципе. Да. Сделать селфи с фламинго. Так. Я такого не делала. Сегодня мы сделаем селфи с фламинго. Да. А где фламинго найдем? На моей руке все есть. Ты права. Поужинать в ресторане со звездой Мишлен. Было у тебя? Нет. Я буду. Пересмотреть все серии «Друзей». Наконец-то я в чем-то тебя выиграю, Саня. Я все пересмотрела. Два. Молодец. Прогуляться по любимому городу. У меня любимый город — это вечерний Киев. У меня любимый город — это Флоренция. Мы же тут неправду говорим. Вечерники! Ладно, нет, правда, я очень люблю Киев вечерники, поэтому у меня сделано. Нет, где это? Вот. Поблагодарить близких людей. Мама, папа, бабушка, дедушка, спасибо. Сделано. Мамочка, папа, бабулечка, тять и дёть. О боже, ну ладно. Три месяца по-честному ходить в спортзал. Ну что это за карта такая? Мне она не нравится. Взять урок вокала. Было. У меня. Целый месяц спать по 8 часов в сутки. А можно 10? Соня. Ты, наверное, спишь, если тебе назвали Соня. Я могу спать круглые сутки, не только 8 Ой. Часов. У нас осталось совсем чуть-чуть. Взять в аренду платье для вечеринки. Сделано, сделано, сделано! Сегодня сделано. Смотрите, какие у нас красивые платья. А my look. Вырастить цветок. Я пробовала вырастить цветок. Ну-ну. Минуты молчания в честь цветка. Я выращивала цветок, но он умер. Так же. Но все равно, мне кажется, это считается, потому что мы с тобой, ну, вырастили. Давай. Хоть и не да. Вот это мне очень нравится. Поцеловаться в Париже. Наверное, Соня, у тебя есть история. Ну, я целовала щечку в Париже мою маму. Но именно целовалась с молодым человеком, я вот. Да. Вместе делать план. Я делала, соблюдала. У меня нет комментариев, я такого ничего не делала. Я ленивое существо, которое смотрит «Друзей». Единственное, что я сделала. Смотрю «Друзей» и сплю по 8 часов. Провести выходные без соцсетей. Было такое. У меня тоже было такое, когда я просто жила год без телефона. А у меня просто закончился 3G интернет, и у меня был другого. Печально. Ладно, ты сказала, что тебе 16? Да. Сколько тебе лет? 15. Смотри, здесь мне есть такой пунктик. 15,5. Начать день с просека. Не знаю, Соня, будем мы тебе это разрешать или нет. Мне 18 исполнилось, я танцевала всю ночь. К своему 18-летнему пришла, в общем, ну ты будешь со мной пить просека сегодня? Если мы маме все не расскажем. Решиться на безумный поступок. Мне кажется, безумный поступок — это сказать, я тебя люблю, любимый человек. Соня, у нас осталось совершенно чуть-чуть. Давайте уже дожмем. Да, сделать селфи. Мы на пути к настоящей девочке. Я уже чувствую это. Ты чувствуешь это да. в своей крови? Я уже чувствую, как я преображаюсь. Так, сделать селфи с кумиром. Я еще ни разу не встречалась с Райаном Гослингом, поэтому нет. Уже Райан Гослинг! Я нашла человека, который любит Райана Гослинга, но на самом деле его все любят. Обычно. Зато у меня есть подушка, и я с ним сплю каждую ночь. У меня есть подушка с его лицом красивым. А у меня есть видео, не селфи, а видео, ну как, селфи-видео с Ким Кардашьян. Я была в Нью-Йорке на своем первом показе в Нью-Йорке, на New York Fashion Week. Я вот так развернулась и сделала видео с... Ким Кардашьян. Там, где меня не видно, но видно Ким Кардашьян. Ты выставила в Инстаграм? Да. Все. Так, ну давай посмотрим, что у нас осталось. У нас есть задание на этот вечер. Которое мы должны выполнить. Купить себе букет любимых цветов. Сделать настоящий мехенди. Сфотографироваться с фламинго. Да, сделать будет весело. И отправить настоящее письмо. Кому будем отправлять письмо? Еще начать день с просека. А, начать день с просека. Сначала начнем день с просека, а потом сделаем все остальное. Договорились? Да, договорились.
задание. За награду. Тебе тоже награда? Давай. Налог. Настоящие девочки! Ура! Мне кажется, прелесть этой карты в том, что можно это повторять бесконечно, каждый день. Если ты очень хочешь эту карту, подпишись на наш канал, поставь лайк. Напиши в комментариях, кому ты хочешь подарить эту карту. И с вами была Александра Егорова и Соня Киперман. Ура!